Вот так, маршируя ровным строем из песни, юнармейцы 64-й школы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. В железнодорожном районе Самары их осталось всего 12 человек. Переоценить вклад этих людей в победу невозможно, говорят юнармейцы. Поэтому для них честь отблагодарить тех, кто стал героем при жизни. Поздравляем вас с наступающим праздником Великой Победы! И желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо за победу и мирное небо над головой! Памятные подарки от администрации города и губернатора Дмитрия Азарова ветеранам вручил глава железнодорожного района Вадим Тюнин. Это люди, подвиг которых на самом деле переоценить невозможно. Люди, которые нам подарили мирное небо над головой. И, в общем-то, за что им огромное спасибо и низкий поклон. Помимо торжественного поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, на территории парка Щерса в железнодорожном районе также планируется праздник, посвященный 9 мая. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.